Всем здравствуйте! Это прогноз погоды на среду, 9 марта. На территории Кировской области обещают переменную облачность. В Кирсе и Лузе днем ожидается минус 15 градусов, в Вятских Полянах минус 11, в Котельниче, Уржуме и Слободском минус 13, в Нолинске и Яранске минус 14. В Кирове в среду днем обещают малооблачную погоду. Днем минус 13, минус 11 градусов, ночью минус 23, минус 21. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Световой день продлится 11 часов 13 минут. Луна растущая. Это был прогноз погоды на среду, 9 марта.